Биджей Бляшкович представляет. Ой, приветствую вас, геймеры, с вами снова Дмитро, и сегодня мы с вами продолжим прохождение Dying Light. Так, что это за фигня такая? Блин, а фонарик дай! Во! Тут дофига противников у нас с вами, и я, может быть, сейчас умру, потому что я потерял немного хп, и оружия у меня нет, всякая хрень тут. Надо галкнуть Тахира нам с вами, да? Ой, боже. Так, ты и есть Тахир, да? Окей. Я запомнил. Но с первого раза, наверное, не получится, потому что, ну, сами понимаете, очень много хп мы профукали. Блин. Мне интересно, а бодигарды его будут... Блин, тихо. Сучонок. Все, убили. Ладно, сейчас попробуем. Как-нибудь вынести. Так. Тихо. Козел, как он попал? Так, Тахира мы немножко подранили. Я думаю, надо быть постоянно в движении, чтобы противник нас, собственно, не очень сильно напрягал. Ой, скотина. Блин, 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 блин. Да, сука, дай мне убежать отсюда. Да, блядь, это что такое было? И аптечек нихера нет, вот это вот. Напрягает. Так, тихо. Отдышались и пошли. Так. Сука, все, сдох. Отлично, прошли. В принципе, можно считать, это из первого раза. Я просто вот сейчас запись включил и немного инфу дал в несколько хп. Ну все, мы вальнули его. Отлично. Слышь, козел, ты не в той ситуации, чтобы мне тут дерзить. И то верно. Так, ну все, мы прошли, значит, эту миссию. Так, наше оружие, скорее всего, в тайниках. Да. Подождите минутку, хочу проверить. Оружие Тахира. И военная винтовка. Все, больше ничего у меня нет. Ну и патроны все, да. А кошки и всякой ерунды у меня, походу, с собой пока нет. Жалко. Ладно. Давайте сейчас быстренько военную винтовку сюда зафигачим. Слабая винтовка очень. Но наше, наверное, оружие в тайнике лежит. Опять. Помните, как тогда на арене? Наша миссия покинет музей. Так. И то верно. Голубь дохуй. Боится. Так, надо найти способ отсюда вылезти, кстати. И давайте починим вот это оружие. Хотя, подождите, я пытаюсь его починить, но не получ... А, подождите.
Нет, ну то и ремонта у него есть еще. Я не знаю, почему она... Ой, почему она не чинится. Так, наверное, нам либо туда, либо вот туда. Ну, то есть мы можем... Так, давайте там спрыгнем. Мне почему-то кажется, что это тут. Наша дорога. А, да, правильно. Нам куда-то сюда. Поосторожнее только тут ходить. Чтобы не напороться ни на что. Тихо. Ах ты. Готово. Так, это мое теперь. Набор помощи по ИЧС. Аптечку бы мне. Великолепный сюрикен. Ну, тоже ничего. А как починить вот это мачете, я без понятия. Потому что я нажимаю на починку, но починки нет. Так. Хотите ли вы забрать все предметы, что были у вас в инвентаре? Я согласен. Так. А вот это все в хранилище. Пусть сидит. Это значит мой тайничок, да? Так, ну тут все винтовки у меня в инвентаре. Давайте сейчас. 281, 184. Все полицейские винтовки. Нет. Нет, нет, так не пойдет. Колун, во-первых, надо. Так. Во-вторых, так. Полицейская винтовка достойная. Уже, наверное, пистолет возьму вместо одной из винтовок. Так. И какое-нибудь попроще оружие. Топор гвоздодёрова. Чтобы выбирать можно было спокойно. Так, и подождите минутку. Сейчас. Тут мне топоры метательные предлагают. Давайте я кошку экипирую. Потому что она пока больше, наверное, пригодится. Все, топаем в сектор 0. В принципе, не очень сложный, так сказать, босс был у нас с вами. Этот Тахир. Нужно было просто постоянно быть в движении и не медлить. И тогда со всеми справились бы. А эти панки Хои, они, по сути, такие же, как этот Тахир были, поэтому на них не надо было обращать особенного внимания. Ну, или наоборот, валить их в первую очередь, если вы хотели помедлить немного. Так. Умерла, к сожалению. Да. Конечно. Так, сейчас, короче. Наша миссия встретится с Троей. Ну, короче, пойдем к Трое, и я не знаю, может быть, завершим эпизод, может. Ну, посмотрим еще. Так, это была... Ой, подождите. Идите его в попу. Так. Что-то я тут замешкался. Это что еще за покемон? А, я понял. Да зачем мне противотайсковое оружие? А, у меня и так куча оружия есть всякого. Интересного. Так, тихо. FPS. FPS, пожалуйста, не подводи меня. Так, Трой все еще там находится. Я просто хочу убедиться в этом. Так, тут еще грузы будут. Так что давайте к грузам проследуем. Мне хочется немножко очков выживания заработать. Плюс там ачивка какая-то будет, если я сколько-то грузов им доставлю. Подождите, тут какой-то зомбак. Такой. А я пофигу, не буду его трогать. Или это человек, может, но не знаю.
как-то не похоже, все стоит и стоит. Человек бы патрулировал, наверное, или как-то так, разомбак этот. Все стоит. Так. Кстати, я статус записи не проверял еще. Вот будет весело, если все будет очень фигово. Нет, все хорошо. Все, ребятки, котятки, хорошо. Так. Так что, давайте пойдем. А подождите, там... Там что? Ну-ка, по мапе. А там груз еще один, ребятки. То есть... Ой! Давайте, короче, тогда. Ой! А там не груз, нифига. Нифига не груз, нифига, нифига. Бежим. Груз где-то рядышком, но не на... точно не у этого чувака. Я не буду его трогать. Чё-то я, ребятки, ступил. Простите, пожалуйста. Так. Давай я повыше. Я пойду на тот груз. Я человек-паук, ёлки. С проседающим FPS. Да и похрен. С проседающим, не с проседающим. Подождите, груз там. В той стороне немножко. Ща этого отфигачу. Чувака. Готов. Сейчас. Отсекли ручонку. Загорели вообще. Нет, эти зомбаки, они напряжены. Не хочу. Хотя, да и те, по-моему, не очень, конечно. Давайте, ладно, добьем уж наверняка. Ребятки, котятки, где груз? Надо найти его. Ой, здравствуйте. Так, залезли без всяких этих выкрутасов. Не, он не на крыше. Он не на крыше. Он где-то тут должен быть. Я не знаю, стоит посмотреть или нет, просто я же и погибнуть могу. Это будет не круто, ой. То, что я сейчас сделал, тоже не круто. А, вот. Да иди в попу. Ух ты ж, ё! Здравствуйте! Сдох. Все. Ладно, обойдусь. Обойдусь. Обойдусь без грузов. У меня к тому же есть один набор помощи по ИЧС. Так что давайте доберемся до... О, мы тут прямо отреспились, походу, вообще, да? Ну-ка, подождите. А нет, трой где-то в другом месте сейчас. Мы не на той башне. Ладно, давайте встретимся с той трой. Так, и посмотрим, может быть, все-таки груз вот тот. Но не факт, не факт. Так, железный клевец, мачете... Мощная подача. Ай, хрен себе.
Давайте, в общем, прыгаем в мусорки в эти. Все. Отлично. Так. И теперь, значит, куда? Куда-то в те далекие края. Да? Сейчас. Прицелюсь. Так. Отлично. Это блюющий, что ли, тут? Мне придется проверить, потому что если он тут, это нехорошо. Ой, здравствуй, мой мальчик. Сука, сдохни. Ой, блин, ну задолбал. Все. Так, все, мы всех убили тут. Кого хотели. Привет. Так. Ладно, давайте. Возьмем топорик тут. Сейчас я его отремонтирую только. Так, подождите, удерживайте R, да? Ну. А, ну все работает. Это, видимо, тут мачете с каким-то глюком был. Ладно, давайте пойдем дальше тогда. Так, видимо, вне зоны доступа. Эти штуки, ну давайте сюда тогда. Так, а сейчас вот перезарядится, посмотрим, можно будет быстренько сюда пролезть или нет. Так, тихо. Да. Лети давай, ты ж паркурщица бывшая. Так, сейчас. Ладно, давайте тут так побегаем спокойно. Так. Здесь что-то любопытное, кстати. Есть. Но, к сожалению, я пока не буду смотреть, что. Потому что на досуге гляну. Так, это зомбаки там? Или... Или что? Или вообще как? Груз сторожат. Жалко, у меня прицела нет. Вот. Это нехорошо. Ладно, давайте посмотрим. Так. Это зомби. Ну, тут по-любому боссы будут такие. Ну, мини-босс. Такие особые зомбари какие-то. Ах ты. Ну вот. Вот так. Вот от таких я, конечно... Таких я ожидал. А, так, тут все, тут больше не увидит никого внизу, да? Так, а где груз тогда? Мне интересно узнать. Что-то пишут, что он внизу, но где? Тут никаких зомбаков нет, вообще никаких. Ладно, забьем тогда на него. Пойдемте тогда, куда у нас миссия смотрит.
Куда я пойду? Поболтаем с этой игрой и, наверное, закончим эпизод. Будет довольно коротенький на сюжетные события. Алло! Вот еще один груз вижу. Он наверху полюбасу должен. Панки Хой. Подождите, тут блюющий ходит. Стоять, бояться. Откуда блюющий? Блюет. Ага, ну я это понял, конечно. Это. Так, ну то больше. Ну все, взяли набор помощи, это хорошо. Так, куда теперь? Вот блюющий откуда взялся мне, вот интересно. Он меня поганил, но больше я что-то тут не видел. Ничего такого. А все нам прямо теперь, да? Боец Аиса опять. Блин, я навернулся. Я ж пробел нажал. Так, надо топорик починить. И себя тоже починить надо бы. Так, нам в эту башенку залезть надо, да? Alright, guys. Ой. Боже. Я думал, по этой штучке можно пройти будет. Я так еще никогда не ошибался. Все, залезли. Так, это торгаш. Че мне предложит? Маглю возьму. На это все. Это все у меня, наверное, есть. Так, аптечки возьму. Из их пакеты гвозди, коса, кирка. Ромыч зашел, выберу. Так, продать. Драгоценности, мешочек и сигареты. Все, продам, остальное пока оставлю. Ой. Ой. Ой, ребятки, я попал. Черт. Ладно, давайте поговорим с тобой уже в следующем эпизоде, послезь долго и напряжно. А пока на этом все. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!